Иностранным туристам нужны переводчики и экскурсоводы. Потребность в таких специалистах в Иркутской области в последние годы растет. Стандарты обслуживания тоже повышаются. Теперь, например, чтобы вести экскурсии в архитектурно-этнографическом комплексе под Иркутском, диплома вуза недостаточно. Нужно пройти обязательный тест и получить свидетельство. Кто и как экзаменует экскурсоводов, увидела сегодня наша съемочная группа. Юрта шамана, экспозиция «Старая вера бурятского народа», юрта богатого бурята. Как в студенческом прошлом, заучивают конспекты и нервничают в коридоре взрослые люди. Всем им предстоит подтвердить право рассказывать иностранцам про народы Сибири, иначе в музей не пустят. Главной целью является получение аккредитации для возможности проведения экскурсии самому лично в музее Тельцы. Владислав лично почти 20 лет проводит экскурсии для японцев. Поэтому бойко отвечает на вопросы комиссии про Эвенкийский сектор, Тафаларскую зону, Тальцинский стекольный завод. Даты, имена, названия не путает. Более того, передает просьбу клиентов построить новый сектор в архитектурно-этнографическом комплексе, чтобы предметно показать ту часть истории дореволюционной России, когда существовали школы по изучению японского языка. Если бы Япония была бы частью территории Иркутской области, тогда бы мы показали обязательно. Сотрудники музея объясняют, главное показать материальную культуру коренного населения и тех, кто сюда переселился. Татар, украинцев, поляков, галлендров. Для этого нужно знать множество фактов и нюансов. Некоторые экскурсоводы-переводчики знаниями пренебрегают. Жалоб очень много, что ведут. Говорят, Бог знает что, и мы иногда слушаем, что говорят, Бог знает что. Не все проходят аттестацию. 20% пока отсеиваются и, значит, вынуждены вновь приходить. Ну, если человек подготовился по новой, пожалуйста, мы даем право ведения экскурсии. Претендентов на ведение экскурсии в этом году 120 человек, в два раза больше, чем в прошлом. Большинство готовятся встречать гостей из Китая уже в ближайшие дни, поэтому рассчитывают получить сертификат с первой попытки и без промедления начать рассказывать иностранцам достоверные истории. Евгений Шуев, Лада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.